«Если Господь есть Бог, то последуйте Ему! А если Ваал, то Ему последуйте!» «Я один остался, пророк Господень! А пророков Вааловых 450 человек!» «Так-так-так...» 450 против одного? Или нет шансов? «Пусть дадут нам двух тельцов! Пророки Ваала пускай возьмут одного тельца! Тот бог, который даст ответ посредством огня, есть истинный бог!» «Да, точно сказал! Молодец, правда?» «Правда!» «О, Ваал! Взываем к тебе! Сойди к нам! Просим тебя, могущественный бог всего, что дает жизнь! И сойди на своих подданных! Молим! Яви нам знак, мы твои смиренные слуги! Ваал, услышь меня!» «Кричите громким голосом, ибо он бог! Может быть, он задумался? Или занят чем-либо? Или, может быть, в дороге?» «А может быть, и спит? Так он, может, и проснется?» «Наполните 4 ведра воды и вылейте их на всесожигаемую жертву и на дрова. Сделайте это еще раз». «Зачем эта сырость? Теперь он никогда не загорится». «Господи! Боже Авраамов, Исааков и Израилев! Да познают в сей день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой. И сделал все по слову твоему». «Что это?» «Господи, что услышь меня! Да познает народ сей, что ты Господь, и ты обратишь сердце их к тебе». «Вы это видели?» «Что это?» Произошло! Чудо! Ого. Это было! Удивительно! Всем привет! А ты знаешь о том, что существует бесплатное мобильное приложение «Библия от Суперкниги»? В нем я приготовил для тебя много всяких интересностей. Игры, викторины, знакомство с библейскими персонажами, интерактивную Библию и, конечно же, мультфильмы «Суперкнига». Скачивай и отправляйся в суперпутешествие с «Суперкнигой».